дорогие друзья, и сегодня я решу сделать такое видео про мою жизнь. Я вам говорил, что я его сделаю, если будет 10 подписчиков, но я решил просто так. В общем, когда у меня выходные, что я делаю по утрам? Я такой, посплю еще, потом я встаю и прихожу к маме и бужу ее. Мяу-мяу. Вот и я. О, котейка пришел. Потом мама встает, готовит мне завтрак. А я иду смотреть телек. Но сегодня утром, кстати, вот вы заметили, какая, откуда эта песня? Сейчас просто у меня там квартиранты делают ремонт, понимаете? Как-то так мешает чуть-чуть. Вот, послушайте, какая музыка. Может, вы узнаете, из какого музыки музыка? Может, вы смотрели его? Но если кто не знает, как называется эта песня, я скажу вам. Эта песня называется «Remember Me» из мультика «Тайна Коко». Но я думаю, что вы его смотрели. Кстати, я вот сделала новые маски, потому что я там в школе забыл. И вот еще кило. Кстати, вот как сделать кило. Для этого нам нужно сделать вот такие заготовочки. Вот такие. Вот такие вот заготовки две. Для головы шлем флинтлока и голова каменного воина. Не каменного воина, а такого человечка. Там сзади еще есть призрачное выражение лица. Потом нужны вот такие две заготовки. Одна вот такая и одна вот такая. Вот здесь 2 на 4 и такая деталь. На эту деталь мы ставим голову. Потом вот сюда по бокам будет, ставим сюда вот это. Далее смотрите, берем вот такую черную 1 на 2 и сюда ставим назад. Далее, смотрите, вам нужно взять вот такую деталь. На одной сделать так, здесь единички у меня такие получились. Далее, вот такая деталь. И здесь вот так облепить. Далее, это вот сюда. Вот это в эту сторону, а вот это в эту. И ставим голову с руками вот сюда, вот так. Вот, какой у нас кило. Ему можно одеть вот эту маску. Как вы можете видеть, у меня здесь такой сейчас небольшой беспорядок. Это я просто лего заигрался. О, браслет тоже. Поставьте лайк и подпишитесь на канал. О, да, кстати, друзья, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Что еще такое? А, кстати, смотрите. Может, вы знаете карточки Чипикау? Вообще, это видео не про жизнь, а про всякое такое. Видео про лего, про все на свете. Ну, это я так. Вот такие уже появились карточки Чипикау. Из них котейка. Извиняюсь. Ну, эмодзи. У меня вот такая. А всего у меня всех карточек 12. Из гадки я у меня 11. Это я сделал вот такое чудико. Его зовут Летун. На нем можно летать. Вот сюда садить. И полетел.
А сейчас то, что вы еще не так много разглядели, может, вчера. Спрайзен. Спрайзен Реквин. Ой, извиняюсь. Легендарный спрайзен. Вот такой. Сейчас я разберу его. Здесь вот такие вот крылышки. И здесь вот такой вот наконечник. И здесь как бы такой, такая пила. Такой наконечник. Три звезды. И вот, сейчас вы можете отсканировать код. Вот, я вам должен сканировать. Здесь вот такой черный. Я сейчас покажу еще коды от других бейблейдов моих. От Некструса. Нашего Юникреса, который вчера победил с прайзом, к сожалению. Кстати, может, я вот подумаю, сделаю видео, как сделать вот этого Мигеля из мультика «Тайна Коко». Ну, я подумаю, делать или нет. Не понял. Вот. Мои Бейли. Кстати, странно. Вот смотрите. Вот эти боевые называются Nexus и Unicrest. И смотрите, вот на Nexus буква N, а здесь буква U. Unicrest. Но. А здесь нету буквы S. Спрайзен, то есть. Буквы S на английском. Ну, может, вот это она, вот, если его так повернуть, потом вот это вот так соединить, вот эти углы, и будет буква S. Что еще вам показать? Как будто уже все-все показал. А, сейчас я еще вам покажу кое-что. Вот. У меня почти вся коллекция мини-фигурок, Лего Ниндзяго фильм. Мне не хватает лишь вот этого. Правда, я там чуть-чуть подцеплял. Это моя самостоятельная полка. Здесь вот Ниндзяго, пакетик. И вот. У меня здесь есть еще глобус. Иконы. И вот животные еще. И я вот думаю переходить к шкафу. Что там такого? Ну, пожалуй, пойдем к шкафу. Тут у меня стикеры, плетение, книжки и вот коробки. Вот так. У меня еще здесь есть дартс. Вот такой календарь. Вот такая вот коробка. Здание. О, аквариум, кстати, у меня еще есть. Смотрите, у меня здесь есть рыбки. И я не знаю, что эта рыбка делает. Что с ней? Далее у нас здесь есть вот такие белые. Они прогоняли и других рыбок. Оранжевые. Вот такие вот. Белую в черную полоску. Еще сомики у меня там где-то есть. А, спрятались. Хитрюги. Куэйвом. Карандаш. Ну ладно. Всем спасибо за просмотр. Пожалуйста, поставьте лайк. Подпишитесь на мой канал, пожалуйста.
напишите любые комментарии. Всем удачи и всем пока.